Так, я умер в прошлой серии. И теперь я могу создать новую игру. Так. Всем привет! И с вами опять Т-1000. Как вы помните, в прошлой серии Херобрин очень жестко нас затроллил. И теперь мы создали новую игру «Кактусы». Почему опять эти кактусы? Нет, нам это не подходит. Давайте. Давайте еще раз попробуем. Давайте нормальную игру. Херобрин нас точно тут теперь не найдет. Во, игра более-менее нормальная. Так, и теперь давайте будем профессионалами. Все, мне этот херобрин уже надоел, поэтому мы включим гейм-мод. Так, все. Теперь у меня креативчик. Давайте возьмем алмаз. Давайте возьмем крутой меч, крутую одежду. Так, крутую одежду. Теперь оденем одежду вот так вот. Все, у меня одежда одета. Так. Теперь нужно обсидиан. Бедрок. Ух ты. Построим дом из бедрока. Так. Давайте, где тут двери? Где тут двери? Так. Вот двери. Давайте еще какой-нибудь механизм придумаем. Давайте построим какой-нибудь механизм. И, например, вот так вот. Так, все, теперь мы... Ой, случайно нажал. Жалко, что тут нельзя. Так, в общем, динамит. Дальше. Как тут рисун не ставится почему-то? Или же он ставится, но он какой-то невидимый. Как его поставить? Окей. Редстоун невидимый. Баба. Круто. Кажется, тут еще раздатчик. Вот раздатчик. Давайте построим раздатчик. Так. Где-то раз... Нет, это бедрок. Хотя давайте бедрок поставим вместо той земли, которую я случайно сломал. Так, это что-то такое хотя бы. И что оно делает? Я так понял, это раздатчик. Давайте... Окей, инвентарь. Давайте возьмем стрелы. Попробуем их как-то засунуть. Нет? Ой, я не хотел тут. Короче, давайте попробуем стрелы как-то их. Ладно. На. Почему-то в раздаче их стрелы нельзя положить. Ну ладно. Ладно. Теперь. Мы очень крутые. И нас херобрина вот тут вот точно не найдет. Так. Давайте поставим. Давайте будем крутыми, прям настоящими про. И будем творить хаос. Так. Почему больше не ставится? А не ставится. Так. Ура! Ой, ой, что происходит? Кто меня столкнул? Ё-моё! Давайте, эй, эй, всё, фух,
Давайте как-то... Что? Почему тут бедрок? Давайте сломаем этот бедрок. Давайте как-то сломаем этот бедрок. О, файн мод, ура. Я не... Ну-ка, давайте... Так, что... Редстоун? Почему у меня в руке редстоун появился? Ай! Что? Тут нажимная плита. ТНТ? Что? То есть вы хотите сказать, что вот тут какой... То есть вот тут такая вот дорожка из редстоуна. То есть я должен был вот так вот, типа вот такая дорожка. Должен был нажать, но что-то не сработало. Блин, этот херобрин строит ловушки. Он меня нашел, походу. Этот херобрин меня нашел. Хорошо, давайте построим ему ловушку. Пускай будет куча динамита. И как-то так. Ай, что? Что? Он меня телепортировал. Что? Что? Давай, нет, нужно ломать. Ломать. Обалдеть. Ну и ну. Что? Я в бедроковой тюрьме оказался? Что? 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 Так, что происходит? Что происходит? А тут что такое? А! Что? Ауч! Там была куча динамита! Там была куча динамита! Ай! Херобрин этот проклятый! Блин! Капец! Ну что? Ну вот что ему от меня надо? Что ему надо? Что? Ай! Что? Нет! 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 Ай! Я опять в креативе? Что? А почему у меня какие-то вещи? Он ш... То у меня земля есть. Ай, ай, ай. Нужно... Херобрин надо мной издевается. Он просто надо мной издевается. Но почему этот херобрин ко мне пристал? А, почему он ко мне? Ай! Что? Что это? Ай, ТНТ! Блин. Нужно выбираться отсюда. У меня есть песок. У меня есть песок. Песок, песок. Нужно песком. Песок мне может помочь. Песок мне. Только песок мне может помочь. Фух. А, что? Что? А. Что? Он. Что? Он. Ай. Лава, лава, лава. Куда меня занесло? Что? Это херобрин. Блин, это херобрин. Это точно он. Вот это точно херобрин. Все. Ура, флайн мод. Все, я теперь летающий Стив. Чего? Я создаю блоки. Давай, все, мы выбираемся. Мы выбираемся наверх. Ну-ка. Только бы флайн мод не выключился. Есть. Все, мы наверху. Фух, ё-моё. Бедроковая тюрьма. Обалдеть. Вот это вот везде, это ТНТ было. Этот херобрин надо мной слишком много издевается. Это точно. Это точно. Что? Ай! Ай! Что происходит? А, нет. Нет, он опять меня убил. Херобрин, меня уже достал издеваться. Ладно, в следующей серии продолжим.